чудем из жизни. Здесь горы, ветер, бывает летом даже снег выпадает, поэтому мы никогда не делаем какого-то графика. Да? Вот я вижу по факту и потом объявляю, что будет, как оно будет выглядеть. Значит, друзья, рад вам представить. Здесь вы видите организаторов наших, тех, кто помогает, тех, кто участвует активно во всем этом действии. Также ребята, которые приехали, культур-мультур, прокат, Кирилл, вот. Это вот человек, запомните, это как человек, который будет вам давать прокат палатки, спальники. Сразу показываю, вот видите, машина стоит, вот она, открытый у нее багажник. Вот этот автомобиль, вот он там, вот, никуда он не уедет, он будет стоять, находиться там всегда. Подходите, вот Кирилл, вот еще парень, как